наблюдаем, что будет. Что будет? Наблюдаем. 2400 вроде бы держится. Более-менее. Иногда падает, конечно. В общем, скажите, ребят. Если будет что не так, сейчас я этот браузер еще проверю. Работоспособность браузера работает. Вот. Можно, в принципе, да, начать. Ой, не туда залез в мониторе. Пардон. Так, переключу сейчас. Переключу экран, в принципе, начнем. Так, вот я думаю, кого бы мне взять. Кого бы мне... Блин, тут еще теплый какой-то цвет лютый. Сейчас поменяю. Цветность. Так. Gaming FreeSync. Пусть Gaming FreeSync будет. В принципе, это сгодится. Так. Вот не знаю, кого бы мне выбрать, ребят. Честно. Выберу, наверное, я самурая. Наверное. Сейчас мимо. Присвоим. Хагане! Мой любимый персонаж видеоигр. Так. Поехали. Так, лук, катана есть, все, что нужно, да? Реликвия, что для самурая, медальон с багровым янтарем, что бы это могло значить? Даже не знаю. Треснутый горшок. Два мечевидных каменных ключа. Ключ ломает печать на статуях бесов, на его нельзя будет применить повторно. Усилить священные фляги. А, вот он. Давайте возьмем. Я не знаю, что это значит, конечно. Так. Изменить внешность, конечно. Так, изменить лицо и волосы. Сейчас, так, формат лица. Брежнева может создать. Не знаю. Сойдет. Носопырку немного поправим. Ноздри, скулы, щеки. Ширину скул надо немножко подубрать, что-то шибко широкие. О, нормально. Так. Выступ губ. Что-то они больно здоровые. Вафли, так, толщину губ убрать. Поменьше сделать. О. Так, полнота губ. Грустная. Слишком грустная. Не будем, будем веселым таким типом. Форма так сжатая, открытая. Так.
Повеселее, чувака. Дорогу в жизнь сделаем. Так, положение рта. А цвет глаз есть. Так, скулы, щеки. Щеки больно большие. Во. Подбородок. Будем делать арийца. Так, высота подбородка. Ширина подбородка. О, вот так примерно, отлично. Пусть так и остается. Так, теперь волосы. Чё-то он больно потлатый. Я раньше сам таким был, но надо убрать явно. Так. Ща, парни. Кто присутствует, не знаю. Что проверить надо. Ну. Во. Так, ну вроде трансляция все ништяк, да? На Twitch хоть идет, а то. Может, ты не на Twitch ни хрена. Не, в эфире на Twitch идет. Все отлично. Так. Так, 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 так. Лоб переносится, есть. Так. Лоб на бровные дуги. Нос. Паниш, здорово. Здорово, Ник. Выступ носа. Вот картох, как у меня прям будет. Да. Сейчас мы... Это... высота носа. Ноздри побольше сделаем. Как у меня шнапак такой, знаете, белорусско-хохляцкий. Размер ноздрей. Побольше. О! Ширина ноздрей тоже. А ладно, так сойдет. Нормально. Здорово, Саня. Слышно меня хоть, нет? А то я, блядь, на одном мониторе переключаюсь между игрой и стримом там. У меня только ноутбук рядом стоит. На чат я даже не вижу битрейт. Насколько он хорош. И лучше в мире не найдешь. Да я с карты захвата не стал Xbox подключать к сервисам каким-то, хотя я не уверен, что они там стабильно работают. Лучше уж через карту захвата. У меня, короче, есть этот разветвитель HDMI. Я просто взял, впихнул в карту захвата другой в монитор. У меня в мониторе два порта, мне второй монитор не надо, у меня рядом ноутбук стоит. Как говно, да? Это лучше не стрим с них, мне кажется. Глаза, нос. Так, это понятно. Прическу. Больно, ты потлатый мужик. Надо бы тебе поменять. Во! Вот так пойдет. Так, цвет волос. У меня, в принципе, я по себе буду делать, чувака. У меня каштановый. Темно-каштановый цвет волос. Примерно, сейчас скажу, какой. Буду делать
альтер-эго. Это слишком коричневые. Хотя такие вот бы и подошли как раз таки. Что-то слишком чернота большая. Странно. Вот где-то вот между этим и этим вот как-то так вот. Здорово, Чеп. Все, поехали. Тату родинок ничего не надо. Сохранить. Окей. Загрузить. Окей. Все, все, можно начинать. Надеюсь, ничего не проебется. Завершить. Трусы есть, а все остальное потом найдем. Да-да-да. Здорово, здорово, Вадим. Еще раз. Я не знаю, слышал, нет, поздоровался. Я тут ржу не могу над своим персонажем. Впервые играю, так что мне мозг, ребят, не насилуйте. Я буду играть как могу. Посмотрим, что умеет персонаж. Геймпасса хлебнуть. Да не, я же купил в Аргентине за 2000 всего. А, геймпасса? Ну, геймпасс нормальная штука. Кстати, мы сегодня с этим, со спаун еще немножко порубали валиенов. Каждый раз новый аккаунт просто регаешь и все. Два месяца геймпасса за 40, за 90 рублей. Вот сейчас проверим. А я ему отправил, мне друг отдал за 5000, я ему там гитарку подогнал, еще что-то мне за 5000 Хуан, я ему Хуан, и у Хуана с Series X и с Series S есть, короче, общий онлайн. То есть они там, это, синхронизируются. Soon, America's offspring, demigods all. Ну, я слышал такое, что он не оптимизирован. На плойке как бы получше FPS, чем на Series S. На X'е он чуть хуже, чем на плойке. Но что примечательно, когда я смотрел видяшки, там сравнивал в 4К разрешении на видео, на высоком разрешении, то заметил, что у плойки текстуры, конечно, немножко похуже, чем у бокса сериса. Но, блин, на плойке он постабильнее идет. Просит до 45 кадров меньше. Xbox X часто просит. Ну, видать, эту игру From чисто под плойку вылизывали. И поэтому он немножечко, конечно... Но это в перформансе. В принципе, в quality у них однохуйственный чеп результат. В перформансе, конечно, блоки получше. Утраченная благодать. Да, благодать, эссенция. Очередная. Блин, надо звук. Что-то, блин, орёт. Да везде, да. Но дело в том, что я вообще посмотрел, у нее больно это, как его, на момент выхода, не знаю, как сейчас патч может вышел на ПК, она, говорят, даже на 360 могла выдавать первые такие, что просадки, что мама не горюй. Не знаю, насколько это правда, но вот в сети бытует мнение, сейчас без понятия. Как она себя ведет, потому что там вроде какой-то патч должны были выпускать или выпустили уже. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Самурай, самурай. А, Фризи загружает под локацию.
А, понятно. Ну, говорят, она типа для SSD создана, эта игрушка уже. На HDD такое ее запускать. В общем-то, что нужен скоростной, качественный SSD накопитель уже, потому что большие локации, большие объемы. Разом. А что у меня стоит перформанс вообще? Сейчас посмотрим. Настройки. Дайте мне настройки, блять. Снаряжение. Настройки. Дайте мне посмотреть. Вот, настройки произведения, приоритет частоты, приоритет качества. Можем, конечно, приоритет качества посмотреть, как оно будет тормозить люто. 30 кадров есть вроде бы. Посмотрим, как это в мире будет. Короче, насколько я понял, на это, на качестве 30-40 максимум кадров. На этом от 45 до 50, иногда 60 проскакивает. Насколько я знаю, на эске. Ну, этого, в принципе, хватает, потому что оно, в принципе, чувствуется здесь более-менее норм. Открыть я хочу, открыть. Откройте мне двери. Открой дверь. Я уже 3 раза Y, сука, нажал. Попрыгать чуть-чуть. Ну вот выход на достаточно большую площадь. Видно, что здесь FPS, наверное, 30-35. Ну-ка попробуем сделать качество, посмотрим, насколько, ой, качество, пресет на производительность, посмотрим, насколько изменится все вокруг. Ну вроде, ну, пободрее, сразу 40 кадров. И немножко цвета побледнели, конечно. Текстурки похуже стали у листьев. Ну, в принципе, играется норм, мне пойдет. Учитывая того, что мой комп, блядь, на средних, вот с такой же графикой, блядь, нахуй, 40 порой не выдавал, блядь. Уже на 1660 так неоптимизированная игра, блядь, нахуй. То я прям охуел. С 40 до 30 просит. То, блядь, смотреть на Xbox версию, даже на S версию, более чем. Пиксели, наверное, нет. Потому что у меня, скорее всего, сейчас падение интернета идет. Частично. Ну погоди, Сань, сейчас 00:53, там ближе к ночи разгрузится. Разгрузится. Сейчас, подождите, гляну. Сейчас гляну. Ну давай уже, заходи. О. Сейчас посмотрю. 1300. Битрейс снизился. Ну конечно, еще бы оно не пикселило-то, блять. Сейчас. Так. Mm.